الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья мусульмане, сегодня, иншаллах, рахман, мы будем награждать победителей конкурса, который мы провели по Корану и по проповедям. В проповеди первое место занял Абдуллах, и ему подарок 1000 рублей и мячик. Идем. Дай Аллах тавфик, чтобы в дальнейшем тоже занимал первые места, и чтобы амал делал, использовал знания в практике. Второе место по проповеди занял Арсен. Арсен получит мяч и книгу Максуд. Третье место занял Ибрахим. Ибрахиму книга и 300 рублей. Дала толпил, чтобы в дальнейшем получали хорошие призы и хорошие знания. Самое важное. Так, это мы завершили. Также по Корану первое место заняли Ибрахим и Абдулла. Идемте. Хорошо проявили. 500 рублей. Второе место по Корану занял Юсуф. Юсуф получает книгу Друз Нахвиет. Так, чтобы тебя видели. Юсуф молодец, но иногда у него бывает уроки не очень. Вот очень хорошая книга по грамматике арабского языка. И вот тебе 300 рублей. Чтобы в следующий раз получал первое место. И третье место занял Шафи, но так как его нету, я придумаю его подарок. Книга и 150 рублей. И на этом мы завершаем. И просим Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он принял наши деяния, чтобы принял садака, поддержка тех людей, которые помогают нашим детям, помогают исламу, помогают медресе, помогают мечети. И иншаллах рахман, в дальнейшем тоже мы будем изучать и арабский язык, и Коран, и таджвид, и будем радовать детей, делая конкурсы, проводя конкурсы. Иншаллах, ассаляму алейкум ва рахматуллах.